За круглым столом в Общественной палате Самарской области собрались эксперты по вопросам развития культуры, от представителей профильного министерства до волонтерских центров. Тем для обсуждения накопилось достаточно. Например, как реализовать проекты во время пандемии, как эффективно решать проблемы школ искусств, какие трудности возникают при реализации нацпроекта «Культура». Свое мнение высказал приглашенный гость Григорий Заславский, ректор ГИТИСа и член Общественной палаты РФ. Есть немало острых вопросов, которые стоит вынести на такое, скажем, более высокое обсуждение, на самый высший уровень. Мы, исходя из этого, конечно же, готовы на это реагировать и обсуждать именно те вопросы, которые волнуют, в том числе и здесь. Ну вот то, что называется, с учетом регионального фактора, да, чтобы мы говорили не о Москве и Петербурге, а всей России. Есть у Самары и достижения в реализации нацпроекта «Культура». Проект «Открытая Самара» рассчитан на вовлечение объектов исторического и культурного наследия Самарской области в туристический маршрут. Как следствие, это еще и повышение инвестиционной привлекательности региона. Мы находимся в передовиках, и те 9 модельных библиотек, которые мы ввели на территории Самарской области, конечно, для нашего федерального гостя, это было реальным откровением. Сейчас уже обозначены те задачи, которые наши эксперты озвучили. Эти задачи будут реализованы не только на уровне Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа. Планируется, что новые подходы в реализации социокультурных проектов в рамках нацпроекта «Культура», который воплощается в жизнь Самарской области, будут взяты на вооружение и в других регионах. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.